Всем здрасте, меня новый подмастерье Микромакс. И сегодня меня спрашивали, как же скачать Сантроп РП. Я выложил уже видео, но никто не смотрит его. Все забыли уже. И не хотят таким тяжелым способом. Сегодня я захотел вам скачать как легким, как я научился уже легким скачать. Сначала вы заходите в Chrome браузер куда-нибудь и пишите Сантроп. Вот, Сантроп пишите. У меня просто само написано Сантроп. Доходите на первую, которая была. Нажимаете «Играть». После «Играть» нажимаете «Скачать». Вот. Нажимаете. Потом у вас скачивается. Вы должны потом скачать RAR. Зайти в него. Так. И найти «Download». И потом вы должны найти эту игру. Переходим в самый низ, потому что у меня на самом низу, значит, и у вас где-то внизу должна. Так, где она? Опять что ли пропала? Давайте опять вниз. Она внизу, наверное, только что заспавнилась. Вот. Stealth Launcher Red Apk. Скачивается Сантроп Launcher. Так. Скачивайте, нажимаете «Готово». И после «Готово» находите Сантроп. И у вас вот будет спрашивать, разрешить. Вы даже, и у вас будет написано 500 МБ, либо 1 гигабайт. 500 МБ, там не бойтесь, там ничего не вырезано, только иногда вылетает. И там музыку убрали. В машинах больше не будет музыка. Все равно никто ее не слушал. И вот. Ждете, пока у вас установится все. Вот я показываю, как у меня устанавливается не сама GTA-шка, потому что она у меня есть, а как устанавливается, ну, Сантроп. Кстати, я хочу вам еще рассказать, что меня обманули на 200к и на деньги, так что поддержите меня лайком. 10 лайков на этом видосе, и будет стрим по GTA Сантроп. Так, ждем, пока установится. Вы можете перемотать там, но мне надо рассказать. Короче, перематываем. Проснулся, улыбнулся и увидел распаковывание. Теперь все идет быстрее, так что надеюсь, я уже буду играть в GTA. Так, по-моему, я не знаю, я не хочу как старые, типа, справа лево темный экран, я так что делаю сюда. Вот такие картинки. Типа такой, Расенганом загружайся. Вот. Теперь надо скачать именно GTA SA. Ну, Sample SA San Andreas. Вы должны зайти в настройки. Разрешить установку приложений дать. Потом установить. Устанавливаете. Так. Установка идет. Все. Теперь никнейм. Вы должны никнейм делать типа моего. Вот, Микромакс канал. Создаете аккаунт и пишите, кто вас добавил, Микромакс канал. Потом мне дадут деньги, если я вас встречу, ну, где-нибудь либо встретимся на втором сервере. И я вам передам 25 тысяч, которые вы писали. Всем, короче, посмотрите, короче, мою фоточку, которую я сделал, стримчик обвалился. Уже напишите, как пополнить трафик у меня и на бесконечность, на месяц. И вот, а трафика-то нету. Так что помогите, как делать трафик. Ладно, с вами был Микромакс, подписывайтесь, 10 лайков и стрим.